На трассе между Павлодаром и поселком Ленинский загорелся автобус. ЧП произошло сегодня в 8:49 утра. Кадры с пылающим автобусом и облаками копоти быстро распространились в сети. Благо, пассажиры автобуса номер 38 вовремя эвакуировались, и никто не пострадал. Пожар ликвидирован, 9:07. Жертв пострадавших нет, причина ущерб устанавливается. На место пожара выезжала 2 единицы техники, 9 сотрудников департамента ПЧС. В данный момент испытательно-пожарная лаборатория на месте работает.